Совсем недавно в пришкольном лагере Каспийской гимназии номер 11 в рамках флагманского проекта «Движение первых. Первая помощь» совместно с инструкторами Красного Креста был организован мастер-класс «Умей оказать первую помощь». В рамках мастер-класса ребята познакомились с видами травм, их признаками, а также формировали навыки оказания первой помощи и воспитывали чувство доброты и взаимопомощи. Обучающее мероприятие было организовано волонтерами Красного Креста Джанмирзой и Жаврият Джанмирзаевыми. Они рассказали ребятам основы оказания первой помощи при различных видах травм. В свою очередь, первые и родители выразили благодарность волонтерам за прекрасно организованный мастер-класс. Отметим, что воспитанники пришкольного лагеря с вниманием и интересом получали полезную информацию.